упражнение «Ягодичный мостик» мы в данном варианте выполняем с утяжелителем в виде диска 2,5 кг. Исходное положение здесь лежа на полу, ноги у нас согнуты в коленном суставе, пятками упираемся в пол. Делаем акцент на именно давление пятками. Носки можно слегка приподнимать кверху, чтобы нагрузка больше уходила на заднее бедро и ягодицу. Основная рабочая мышца здесь ягодичная мышца, мышца заднего бедра. Стараемся не включать здесь мышцы спины, поэтому не нужно очень сильно тянуться тазом кверху. Мы должны чувствовать лишь сокращение в ягодичной мышце и мышцах заднего бедра. Важно работать в данном упражнении именно тазом. Тазом вниз, тазом вверх. При подъеме мы выполняем выдох. Также можно выполнять... Поехали. Упражнение «Ягодичный мостик» на одной ноге. Мы выполняем движение кверху за счет подачи таза кверху. Стараемся напрягать ягодицу. Также работают мышцы заднего бедра. Не работаем поясницей. При подъеме выполняем выдох. Поехали. Ягодичный мостик с узкой постановкой ног. Стопы параллельно, колени удерживаем параллельно. Тянемся тазом кверху, при этом максимально сокращаем ягодичную мышцу. Следим за тем, чтобы таз у нас не возвращался в исходное положение. То есть не ставим таз на пол, не расслабляем рабочие мышцы. Мы выполняем подъем, при этом не забываем о выдохе. Плавно вверх и выдох. Тянемся кверху, делаем выдох, фиксируем максимальное сжатие в верхней амплитуде.